Добрый день, любители Ютуба! Хочу показать вам то, чем я занимаюсь на досуге. Не зря говорят, руки не для скуки. Это про меня. Мне никогда не бывает скучно. У меня всегда множество идей. Возникают различные желания. Вот сделала такую полочку, например, на кухню. Здесь внизу повесила досочки. Наверху стоят чаи в баночках таких вот из Фикспрайса. Нашла такие досочки и сделала такую полочку. В общем, полочка мне ничего практически не стоила. Только удовольствие. И она очень удобная. Дерево зачищаю, а потом воском покрываю. Это получается вощеное дерево. Вот что-то такое. Еще у меня есть вот такой вот держатель для ножей. Я его тоже сама сделала. Это просто кусок дерева. Ну, дерево такое хорошее, красивое, благородное. Вот у него такая структура интересная. Вот красноватая такая. Я его не красила, не тонировала. Тоже просто покрыла воском и все. Вот такой удобный держатель для ножей. Я делаю вещи, которые приносят мне удовольствие, на которые мне приятно смотреть и которыми мне приятно пользоваться. А вот здесь у меня такое приспособление для фужеров. Вот так они у меня подвешены. Очень удобно. Это сделано внизу шкафа. Сделаны такие вот, прикреплены такие досочки. Очень удобно. Снимаем. Пользуемся. Моем и обратно вот так подвешиваем. Все очень удобно. Мне очень нравится. Место не занимает в шкафу, так как мест для хранения у меня очень мало на кухне. Да и вообще в квартире. Квартира, она и есть квартира. Хранить негде. Вот так вот. А еще на кухне у меня сделана вот такая полка. Это просто широкая доска. Она не обработанная. По краю не обрезанная. Но здесь, конечно, я тонировала доску. Мне не нравятся вот эти крепления. Буду их переделывать на деревянные. Вот, а так цветы там стоят, никому не мешают. Ну, зелень. Еще у меня вот такой цветок вот. Вот он такой длинный. На холодильнике. Очень его люблю. Это хоя. Вот такая хоя. А в углу у меня здесь сделаны вот такие полочки тоже. Это вот я под иконки сделала такую полочку.
Дальше у меня полочка не очень, мне она нравится, я ее буду переделывать тоже. Вот здесь тоже сделана мной полочка такая угловая, на ней корзина с хлебом, баночка для печенья, салфетки. Вот для салфеток тоже буду делать специальный держатель. Кстати, на стенах штукатурка декоративная, вот такая вот структурная. Она такая из-под одного цвета проступает другой. Очень красиво смотрится. Немножко поблескивает на солнце. Тут, конечно, не видно. Это тоже делала я. Всю кухню я вот так вот заштукатурила. Покрывала сверху лазурью, поэтому ее можно мыть, ничего с ней не делается, не выцветает, не обтирается. И, в общем, это надолго. И смотрится очень хорошо. На кухне у нас еще сделан вот такой вот мягкий уголок. Делал его муж сам. Это я придумала, муж воплотил. Вот такая тумба еще тут сделана, это я уже сама делала. Просто это для кухни очень удобно, для такой, как у нас, небольшой. Есть места для хранения, потому что вот эти все ящички открываются. Там можно хранить, и здесь тоже мясорубка. Вот. Поэтому сделали. Но это было лет 25 назад. И до сих пор он у нас стоит, потому что удобный. Устарело и неинтересно. И в мечтах построить дом. И туда только новые идеи и воплощения переносить. Всего доброго. Спасибо за просмотр. Всем пока!